Эй, чужеземец! Возьми, выпей глоток. Спасибо тебе. Как это приятно. Что ты тут делаешь? Ты сбежавший раб? Да уж, этого не спрячешь. Ты же меня не выдашь. У меня наверняка есть что-нибудь, что ты можешь... Что ты можешь мне сказать? Меня все преследуют. Я украл ключи от храма Мурасул и продал их влиятельным людям. Но прежде чем я смог продать последний, мне пришлось смыться. Кому ты продал ключи от храма Мурасул? У меня было 4 ключа. Наемник Кирк заплатил много золота за один ключ. Другой я продал Илье, а третий главе города Гонсалесу. Смотри-ка. Следовательно, один ключ от храма еще у тебя. Дай мне его. Ну ладно. Я только надеюсь, что ты сохранишь мне жизнь. Я догадываюсь, что ты задумал. Да будет тебе известно, над этим храмом весь... Да ну! Старый мизир предостерег меня. Он сказал, огромное несчастье постигнет нас, если мы откроем храм. Ты сказал, у тебя было 4 ключа. Да, но я не знаю, сколько всего их существует. Если их больше 4, то остальные наверняка еще где-нибудь возле храма Мурасу. Понятно. Эта чертова пустыня скоро меня доконает. Что случилось? Мало того, что здесь жарко, как в аду, так еще и с этими скотами приходится ругаться. У меня был лагерь на севере, но однажды ночью появились ползуны, и одна из этих тварей напоследок еще и сожрала все мое добро. Сожрал! Но прежде чем смыться оттуда, я ему думаю, я его сильно ранил. Вот так. Один я туда больше не... Что делает паладин в этой... Мне даже не надо. Я точно знаю, где пришло. А вон еще несколько тварей! Так, с этим разобрались. А вон еще несколько тварей. Так, с этим разобрались. Посмотри-ка сюда. Раненый ползун мертв. Так-то лучше. Эта тварь была... А что с твоим огненным куб? Мне опять понадобится твоя помощь. Вскрой ползуна под...
Приятно погреться. У тебя наверняка есть еще дела. Может, хватит? Эй, вы! Ты как раз вовремя. О, отец трудолюбия. Не хочу об этом говорить, но меня ограбили собственные стражники. Эти псы, чтобы им больше капли воды не найти. Тебя обокрал твой собственный стражник? Если ты хочешь что-нибудь для меня сделать, я уже перепоручил это дело Бандару, но с тех пор я ничего о нем не слышал. Ты торгуешь водой? Это может быть прибыльным делом. О, господин, тысячи приключений! Чего только не даст измученный жаждой путник за прохладный глоток живительной влаги из моего колодца. Если хочешь, могу и тебе предложить. Что украли у тебя стражники? Не меньше 700 золотых. Я... Это... Я разделаюсь с твоими стражниками. Надеюсь, что их уже из... Пусть их тел... Да-да. Ты должен их найти. Рано или поздно, но они смирят. Исчезни!
Прекратить немедленно. Если хочешь купить воды, А что у тебя есть предложить? Я работорговец. Я торгую самыми красивыми женщинами. Посмотри мой товар. Жаль. Я бы... Ты самая красивая. Опять эта тварь. Эти твари уже надоели. Прекрати колдовать. Да, исчезни.
отца стражник. От коня, если... Вот. Возьми мои молитвы. Сделай небольшую паузу. Эй, ты, тоже ищешь ключи от храма? Что, извини? В этом чертовом городе есть только одна тема для разговора. Тебе бы не мешало поговорить. Что? Ты не похож на ассасина. Возможно, потому что я измер... Как? Что? Ну, а если тебе совсем... Приветствуем тебя, хранитель тысячи монет. Похож, ты тоже хочешь. Расскажи мне. Ты торговец? Угадал. Может, тебя интересует? Сколько ты просишь за свой ключ от храма? Знаешь, я В храме лежит один предмет, который... Что это? Старинный ваза. Я дам тебе ключ. Я добуду тебе. Хорошо. Если ты не при... Вот ключ. Да не мне. Тут я не совсем уверен. Никто ничего от меня не узнает. Я же не могу заботиться. Я тебя не знаю. Можно и так сказать. Лучше, если ты позаботишься. Что ты? Я покупаю. И... Что? Арабы из храма воровали у ор... За счет этого каждый... Но с тех пор, как Юсуф попался... Расскажи мне поподробнее об этом воре артефактов. Он... Это... Имеет смысл? Никто ничего от меня не... Я помогу тебе. Я хочу, чтобы Рамб... Я понял. Чтобы они снова воровали для... Иди в храм и поговори с толстяком. Переубеди его. Это все одна и та же история. Я доведу дело до конца. Я могу сказать, каждый должен платить дань.
нечто подобное произойдет. Никто ничего от меня не узнает. Тут я не совсем уверен. Есть еще другое решение. Каждый должен платить дань. Лучше всего уладь это дело сам. Я мог бы сказать тебе об этом раньше. Что если такое? Так... А что, похоже? Это вроде как. Ты заглядываешь и... Как будто мне и без этого проблем не хватает. А если бы это было так? Ну, в таком случае, я, наверное, ну как? Ерунда. Для такого человека, как ты. Хорошо, что ты предлагаешь? В этом проклятом городе живут и богатство у них. Если ты поможешь мне не... Хорошо. Некоторое время назад был... Он рассказывал купцам байки. Этот демон, мол, всегда... И, конечно же, против... Он сможет защитить... Пятеро купцов заплатили... Заканчивай с этим. У кого как? Один купил себе Физуль, и еще один Илья. Это я знаю. Насчет остальных я просто... И не вздумай под... Да, я... Хуже уже не будет. Послушал бы ты моего сына. Никто ничего от меня не узнает. Это никогда не должно повториться. Все в руках Белиара. Я доведу дело до конца. Ничего не хочу об этом знать. Не могу в это поверить. Как может быть иначе? Будет лучше, если ты позаботишься об этом сам. Это никогда не должно повториться.
хочешь провернуть маленький? Что ты можешь предложить? А, да я гляжу, я разбудил твое любопытство. Я могу рассказать тебе, как добраться до одного из ключей от храма. И? Ну, это будет... Сколько? 500 золотых. Где ключ от храма? У тебя есть? Да, здесь. Хорошо. Ключ от храма находится за городом. Он у пустынных разбойников. Они захватили его во время налета и... Ты знаешь, где разбойники? На, если хочешь. Зачем наемник пришел? По вопросам торговли. Ты ведь... Види... Понятно. Так, друг мой. Понятно, значит, ты сам... Было бы лучше, если бы ты прямо сейчас отдал мне ключи от... А откуда ты знаешь, что они у меня есть? Эти чертовы штуковины стоят... А такие, как ты... Теперь твоя очередь! Чем может послужить тебе Хамид, о сын дальних странствий? Такой человек, как ты, наверняка заинтересован в хорошей... Какую сделку ты хочешь? Вот уже много лет волшебный амулет. Где лежит эта ш... Теперь уже нет. Усердные руки рабов, и сейчас он в руках и... Во... Почему бы тебе... Это не так-то просто, о... Если Илья узнает, что... Приветствую. Как идут дела? Я намечаю одну большую сделку с Гонсалесом. Но прежде мне надо уладить пару дел. И в этом поработай на меня. Ты часто видишь здесь людей с севера? Время от времени. Расскажи. Да тут и рассказывает-то не. Единственное, что он всегда носил. Он берег его до...
как находка. Ладно. Что я... Мне нужно из... Отведи оркнарока в храм древнего народа. Пусть они снимут. А в чем проблема? Солнце. Прошлой ночи. По... Не пытайся тут колдовать. Сюда. Я сказал, убери оружие. Теперь лучше уходи. У нас обоих еще будут неприятности. Будь осторожней с тем, что говоришь. Ты действительно думаешь? Я могу сказать. Ты из кочевников. Да, это так. Однажды придут мои братья. Вот у меня и... Думаешь, это умно говорить об этом? Ассасины не верят, что мы. Ты сразу... Верно. Где мне найти Кайора? Я скажу тебе это. Хотя, поэтому будь осторожен. Ближе к делу. Мой род прячется в пещере на западной окраине руинных полей. Возможно, все. А, ну вот... Меня зовут Филиппе. Я... Так... Я знаю, приятель, я знаю. Что такое лунный клинок? Это приз чемпиону арены. Я могу не сказать тебе об этом раньше. Я все пред... Спа... Хуже что... уже не если будет. Не собираешься... Пал... Если покинешь... Яс... Тогда ши... Ему-то это лучше знать. Нужно прислушиваться к то, что рассказывает. Под... Бой, мужики! Показал, где раки зимуют. Я знаю, приятель, я знаю. Проклятие! Больно-то как. О, в пище. Анг. Ты правда думаешь? Да. Чего? Слушай, претендент. Можно прислушиваться то, что рассказывает. Да. Некоторые проблемы решаются сами собой. Иди сюда. А! Будет бой, мужики! Ну,
Ты начинай. Но твой... Все возможно. Зре... Сртаи... Ну тогда покажи, что ты умеешь. О, моя голова. Как? Да-да. Ты готов? Готов. К титулу. Я знал, что ты жив. Сюда дей. А про нас. Нари. Тогда покажи, на что ты способен. Стой! Эй, ты поись, ты, но я... Где мой приз? Держи. Отныне этот... Я здесь не... Я... Да, от... Ты ведь совсем недавно в городе, да? Тогда ты должен знать одну... Мора-Сул — это город Гонсалеса. Ты видел элитных воинов, которые здесь... Понимаю. Я могу раздобыть для тебя. Мора-Сул может быть очень дорогим. Значит, ты охотник за головами. Раньше я занимался охотой. Эта работа немного поспокойнее, но и прежних навыков я не потерял. Что у тебя за поручение? Заказное убийство. Я охочусь за... Да, еще этот пропавший ассасин. Что насчет пропавшего ассасина? Его зовут Рамирес. Он работает на темного мага Нингала. Расскажи мне по... Об охранниках Кафу. Торгов... Они просто прихват... Кафу в большой милости. Я позабочусь о Рамиресе. Хорошо. Все, что я знаю, так это то, что... И пропал он уж. Выясни, что... Бывшие охранники Кафу убиты. Ха-ха-ха-ха. Кто этот вор, которого ты ищешь? Его зовут Юсуф. И что в этом не... Во-первых, он украл этого Гонсалес. И все же орки лишь гости в... Понимаю. Хорошо. Посмотри, хар...
Я ищу волшебный амулет. Боюсь, у меня нет такого. Хамид говорит, что у тебя... Ах, вот оно что. Пока... Зачем ты меня разбудил? Зачем ты меня разбудил? Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Я мог бы сказать тебе об этом раньше. Лучше бы ты не встревал. Опять будут одни неприятности. Вот амулет Ильи. Отлично. Вот твоя на... Если у тебя есть интерес. Расскажи, что... Сходи в оазис Мурата и передай ему мое приветствие. И отдай ему в подарок... В подарок? Он не примет его, не сделав тебе встречу. Понимаю, на какую... Не соглашайся ни на что. Она... Хорошо. Возьми... Ты кто? Я Орк Нарок. У тебя редкий? Да. Это мой боевой псевдоним. Я ношу его еще с тех времен, когда был гладиатором. Вообще-то меня зовут Оля. Почему ты не дерешься на арене? Дрался когда-то. До тех пор, пока меня не... После этого... Потом... Ты... Нет ничего хуже, чем это. Ты здорово напугал Масил. Слушай... Ему все равно рядом со мной делать нечего. Вот я и припугнул его немножко. Сработало. Иди. Ну тогда давай. Чтобы без глупостей, ясно? Тебе сын не мешай мне. Ничего хорошего из этого не выйдет.
могу в это поверить. Этим разобрались. Смура урок. Что это? Зачем ты принес эту беду к храму? Масил сказал, все согласовано с тобой и этим Аркнараком. Тень Белера тебя совсем оставила? Отведи его обратно к Калишу. Какие у тебя проблемы с Аркнараком? Старый Мизир предупреждал меня. Он говорил мне, что случится, когда человек, он принесет нам... Кто такой Мизир? Старый искатель артефактов. Он говорит верно и мудро. И... Я ищу. Смотри. Все, что мне нужно, это информация. Только не горе. Горе? Не беспокойся. И воды у него мало. Thank you.
Чтобы ведь тебе следует... Не мешай мне. Конечно, почему нет? Чтобы без глупости, ясно? Я несу охрану. В этом я не совсем уверен. Это никогда не должно повториться. Чего ты здесь? Я еще раб... Не вешай мне лапшу на уши. За этим все... Ты научишь... Что еще? Он самый ловкий куб. Так что... Как я могу выразить? Каждый знает, что Гонсалес принял. Понимаю. Мы... Говори. Я... О, да, Гонсалес... Золото это всегда... Я... Лунный клин... Полезный под... Га... Ага. Ты человек сав... О. Га... Га... А что? Ну, что может нравиться светскому человеку? Какое-нибудь необычное оружие, добытое в суровом бою. Надо. Мы не знаем. Ясно. Тебе следует получше следить за своими вещами. Оставь меня в покое. Наконец-то ты здесь. Ты нашел дорогу на большую арену Моросу. Ты правда думаешь? Ангар! Я поднялся по побережью. Я ж... Лучше бы ты не встревал. Но ты, видимо, еще... Да, ты прав. Проблемы решаются сами собой. Ты все... Я могу показать тебе... Ты науч... Заканчивайся. Как я дрался? Парень, ты все еще... Мои... На... Опять будут одни неприятности. Расскажи мне о своем бое с Аркнароком. В общем, слушай, тут... О, я! Быть... Но... Я об этом подумаю. Правда думаешь? Конечно, почему нет? Я могу сказать тебе об этом раньше. Лучше бы ты не встревал. Хуже уже не будет. А может быть, тебе и все равно? Как будто мне и без этого проблем не хватает. Лучше бы ты уладил это сам.
лучше знать. Я об этом подумаю. Все возможно. Смотри-ка, я удар. Я Исмаил. Ясно, ты, наверное, пос... Уж мож... Здесь и... Ты... Ра... И... Пок... Я принес тебе привет от Хамида. Хамид, мой... Он делает выгодные дела и шлет тебе... Хм. Но нет, я не могу его... Ты не хочешь принять его под... Не хочу, не сделав Хамиду ответный подарок. Вот амулет Хамида. Давай поговорим о твоем подарке. Погоди, ты получишь 500 золотых? Хм. Погоди, возьми ты... Хм. Ну, хорошо. Я преподнесу ему в подарок прелестную ясмин. Думаю, ему это понравится.
Значит, так тому и быть. Пожалуйста, позаботься о том. Я хочу купить Алиму. Она подарит тебе вещи. Сам городской голова Гонсалес однажды положил на нее. Иди. Давай. Клянусь Беляром, я не допущу этого. Как может быть иначе? Я тебе кое-кого привел. Прелестная Ясмин, благодарю. Чтобы без глупостей, ясно? Я приведу к... Она найдет свое место под боком у моего господа. На Гонсалеса твои подвиги, если хочешь. Я благодарю. Принадлежать самому богатому человеку города, это существенно поможет мне в достижении моей цели. Вот увидишь. Одна... Ну тогда желаю удачи.
Ты можешь войти. Пришел сюда, чтобы сделать мне подарок? Оставим это. Я хочу с тобой поговорить. Ладно. Ты сумел добраться. Давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь об орках. Их гонит железная воля, которая привела их даже сюда. Жалкие твари. Орки пришли в пустыню, хотя совершенно мое. Все они перемрут в горе. Меня беспокоят кочевники. А в чем проблема с магами воды? Кочевники повсюду следуют за ним. Мы порабощаем. Они грабят наши дома. Изгнание нашего народа. Ассасинов из пустыни. Если мы убьем их вождей, магов воды... Я выслю... Они рассеяны по всей пустыне. Иди по следам кочевников на руины. Да поможет тебе Беля. Сколько магов воды находится в пустыне? Семеро, насколько. Их верховный маг. Еще один маг. А остальные... Да, я помню. Мне уже приходилось встречаться с... Да. Ты оказал Моросу. Тебе тогда наверняка известно, что исчез. Что ты можешь сделать для меня? Поскольку ты оказался спас... Что с Рамиросом? Он отправился, и до сих пор он работает на меня. Хорошо, я по... Thank you.
Прочь с магией! За мной! Умный мальчик! Будет лучше, если ты позаботишься об этом сам. Мне поручено убить. Черт, успокойся, парень. Я уверен, что буду... Я доведу дело до конца. Мне по... Грязная свинья. Теперь твоя очередь. Давай, ты его сделаешь. Да. Задай ему жару. Да, хороший удар. Да. Проклятие, даже золота при себе нет. Еще увидишь, что я с тобой сделаю. Ты... Ты знаешь... Просто скажи людям из Мороз. Эй, ни один человек не интересен. Я исчезну, и ты больше никогда. Я ничего не хочу об этом знать. Каждый заплатит за это. Жди, я несу охрану. Иди вперед. Есть еще другое решение.
проваливай! Нам не нужны вонючие наемники. Мне бы следовало заехать тебе. Как ты на это смотришь? Попробуй, ублюдок! Ну тогда покажи, что ты умеешь. А! В следующий раз я тебя прикончу. О, приятель, не бей! Знаешь, все зависит только от тебя. Ну что, ты решил? Будешь сотрудничать с Физулом или как? Ну, хорошо. Отли. Чем ты здесь занимаешься? Я присматриваю за рабами на... Что ты имеешь? Так, с этим разобрались.
Куда путь держишь? Я ищу кое-какие артефакты. Вот оно что, приятель. Я ищу Рамироса. Рамироса. Ты знаешь, где он скрывается? Да, я знаю, где он. Я тебе кое-что скажу. Мои годы несутся прочь. Чего тебе? Я хочу еще раз насладиться радостями, оазисом. Итак, сначала я отведу тебя к Рамиросу, а потом ты... Давай потолку. Хорошо, с удовольствием. Иные глупцы называют... Ты знаешь зубы? Да, давно. Но... Тогда следуй за мной. Мы пришли. Расскажи мне. Я... Придет человек с севера. Он... Они... Кто откроет храм? Человек с севера. Понимаю. Ты его нашел? Во всяком случае, то... Ох, идем скорее, ка... Пошли. Я поведу нас. По-другому ты не хочешь. Этого ты больше не будешь мне докучать. Вот мы и пришли. Теперь мы можем некоторое время... Вот, возьми.
Добро пожаловать. Мердарион много рассказывал о тебе. Мы готовы сражаться за... Но время еще не пришло. Когда ты будешь держать в руках... Как еще ты можешь меня под... Я могу поделиться с тобой моей... Хорошо, что ты пришел. Мердарион, что ты здесь делаешь? Изучаю писание древ... Что ты знаешь об этом храме? Там находится один из божественных... Что еще меня там... Думаю, жрецы древнего народа... Скорее всего, она проявит... Если узнают... Бы... Как... Опасность нужно ограничить. Мы постараемся защитить руи. Возвращайся ко мне. Расскажи мне. Тебе неплохо было бы. Я могу дать тебе лишь то, что я. Он торгует. Я, когда они услышат, я. Они... Прекрати колдовать. Сюда. Вот, пожалуйста. Получается же. Не Не хочешь понять, что ли? Тебя и не жалко. Ты знаешь. Это твой конец. О!
Твой конец. Стой на месте, Брус. Победим. Грязный воришка. Ну и смотри осторожнее. Кончай с этой магией. За мной. Хорошее решение. Thank you.
Увидимся позже. Лучше иди, а то у нас обоих будут неприятности. Мне нужно поспать. Что это было? Что это было? Мы следим. Мы поговорим позже. Будь бдителен. Даю тебе. Вот. Ты меня. Все нормально. Толстяк снова в деле. Ну вот. Я желаю тебе. Вот, вот. Ха, да ты молодец. А вот, прежде чем опять, пусть они немного... Будь осторожней с тем, что говоришь. Если бы это было так просто. Все возможно. Если он будет продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Я могу сказать тебе об этом раньше. С вором Юсуфом покончено. Ты его нашел. Пусть это радует. Гонсалес в любом случае. Я нашел Рамиреса. Хорошо. Он мертв. Нингалу. В общем, постарайся, чтобы Назип тебя впустил. Вот обещан. Мы следим. Я нашел Рамиреса. Это чрезвычайно но он был с опасностью. Я не могу себе представить. Нет. Вот. Какая задача была у Рамиреса? Из Бенсала украли по... Расследовать это дело. Он напал на след. Он... И, видимо, он... Ты думаешь, что тот, кто украл руду и... Я хочу, чтоб найди его убить, но действуй наверняка. Тебе пора идти. Будь всегда начеку. Покажи.